Здравствуйте, дорогие читатели сайта Куплю Интернет и зрители канала Куплю Интернет. В сегодняшней видеоинструкции мы будем делать из обычной сим-карты нано-сим-карту. Вот обычная сим-карта от МТС. Мы будем обрезать вот по этой риске и вот по этой риске. Также по бокам обрежем по 1,5 мм. Вот здесь вот. После этого протестируем это на нашем айфоне. Так, Рома, приступаем. Так, секундочку, сейчас мы приблизим, чтобы это все было видно. Поехали. Смело товарища в ногу. Бум. Второй обрез. Угу. Так, ты заметь, замерил, где она? Да, замерил. Где? Надо не забыть, что... Обязательно скошенный уголок не забываем. Да. Так. И не забываем сделать скошенный уголочек. Так, теперь откладываем карту и берем телефон со скрепкой. Скрепка не фирменная, скрепка самодельная. Так, достали. Берем симку обрезанную от яичного оператора и вставляем. Вуаля. Включаем. Появляется яблочко. Которая превращается в такого вот котика. Поиск, 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 режим сна, нет сим-карты. Так, первый эксперимент не очень удачный. Пытаемся ставить еще раз, вытащить и снова вставить сим-карту. Включаем телефон, достаем сим-карту. Такое, кстати, бывает, когда не сразу или неправильно вставлена сим-карта. Нужно дождаться, пока аппарат будет полностью выключен. Достать сим-карту. Ты правильно риской вставил, кстати. Не тем концом, да? Да, не с той стороны. Бывает. Эксперимент волнительный. Еще раз включаем. Опять яблоко. Фирменную скрепку, сделанную в России, прячем. Яблоко превращается. Яблоко превращается в поиск. Поиск, 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 поиск. И вращается МТС. Всего-то нужно было вставить вырезанную сим-карту, нано-сим-карту, нужной стороной. Спасибо за внимание. Мы, конечно, вас не призываем обрезать сим-карты. Но если терпежа нету, пока нано-сим-карт появится в вашем городе, можно попробовать и так. Для начала советую поэкспериментировать на какой-нибудь ненужной симке, которая у вас завалялась дома. Спасибо за внимание.